Седьмой год подряд призывают протянуть руку жизни в московском областном филиале РАНХИКС. Именно под таким девизом проходит День донора в учебном заведении. Мы проводим эту акцию, которая уже стала традиционной для нашего филиала РАНХИКС Московского областного. Два раза в год. Это обычно бывает весна и осень. В этом году выбран апрель, осенью, скорее всего, будет в октябре. Подготовительный процесс перед сдачей занимает всего несколько минут. Это заполнение документов, беседа с врачом-трансфузиологом, измерение давления. Если все в порядке, можно, как говорят сами студенты, творить добро. 450 миллилитров донорской крови спасут три жизни. Потребность в компонентах крови велика. К сожалению, онкологических заболеваний у нас много, растет онкология. Потом операции различные, роддомах различные протекают, роды с потерей крови. И вы сами понимаете, вот видите, какие у нас происшествия бывают. То какие-то дорожно-транспортные происшествия, то еще что-то, где-то что-то там взрывается, где-то какие-то пожары, понимаете. И происходят различные травмы. Различные увечья и бывают с кровопотери. Будущего экономиста и менеджера Дану Тамбиеву уже не назовешь новичком. В акции студентка принимает участие во второй раз с уверенностью, что дело важное и нужное. Я пришла сдать кровь, чтобы она потом помогла кому-нибудь, чтобы те, кто в этом нуждаются, могли так принять мою помощь, потому что помощь – это очень важно в нашем мире, и добро спасает мир. После сдачи крови каждому донору положена компенсация – 676 рублей 40 копеек, а также два дня отдыха. И то, и другое немаловажно для студентов. Они признаются, что используют законные выходные по своему усмотрению. Кто-то для подготовки к экзаменам, а кто-то не прочь и погулять в хорошую погоду. Сданная кровь тем временем отправится туда, где ее особенно ждут – в хирургические отделения больниц области, роддома и онкологический диспансер.